Всех приветствую на прохождение нашего симулятора бензоколонки нашей станции заправочной. Так, говорится, давайте продолжать все. Так, что в этой серии я хочу? Я хочу, наверное, в этой серии взять баблосиков, вот, взаймы две штуки. Из-за чего? Из-за того, что, вот смотри, мне нужна парковка будет купить. Можно дополнительно туалет, но я купил. Вот есть заправка, колонку, можно еще одну влепить сюда. Это автобусную остановку. Чем больше, получается, у нас будет туристов, тем больше мы будем зарабатывать. И плюс я еще хочу, знаете, что сделать? Где у нас тут инструменты? Не, улучшение. Вот, улучшить на 4 уровень. Это нам даст с вами этакие 2 фургона для сотрудников. То есть мы сможем с вами нанять сотрудников. Но мне надо 1,5 штуки для этого. Давайте попробуем, наверное, взять все-таки займ. 2 штуки. И нанять с вами рабочих. Согласны? Если нет, на крайняк потом мы с вами... Требуется пройти дополнительные квесты. Серьезно? Ага. Какие? Реконструируйте автобусную. Ладно, давай тогда автобусную остановку за 300, да? Построим. Хорошо, задание выполнено. Так, обслужите клиентов автобуса и дождитесь его окончания. Просто я хочу реально нанять себе рабочих и немножечко разгрузить себя, потому что это просто какой-то ужас тихий. Так, автобус приезжает либо нет? Давай, наверное, мы пока здесь с тобой поработаем. Я хочу просто одного сюда в гараж отправить, а второго, чтобы он заправлял у меня здесь машины, как раз на 2 бензоколонки. Так как по-другому я реально не хочу вот это постоянно бегать. Хочется заниматься, кажется, нормально бизнесом. Да-да-да, я красавчик, я знаю. Просто best of the best. Не забудь поставить свой best of the best лайк. Так, а можно мне вот эту вот бутылочку? Так, дай сюда, дай сюда. Хорошо. Это мы с тобой убираем. Это мы с тобой убираем. О, по-моему, автобус, да, едет. Так, дай сюда, дай сюда. Я почти уже наловчился, что даже почти без остановки это делаем. Во, отлично. Во-во-во, ля-ля, с автобуса иду, челики. Вот это я понимаю, это нормально, нормально, ля-ля, какой. Бать, тебе нормально? Нормально. Рыбачат, походу. Ладно, давай. На кассу возвращаемся. По-быстрому выполним задание. Мы же реально сможем сейчас нанять себе рабочих. Знаю, нужно будет им платить денежку, конечно, и оно... Что поделать? Кому сейчас легко, да? В бизнесе. Во-во, ля как... Танцует. Так, на мороженку, да? Потянуло. Слышь, пришельцы, вы не будете проводить со мной никаких опытов, я надеюсь. Шикарно. Так, улучшение, блин. Какие квесты нужно пройти? Требуется пройти дополнительные квесты. Так, автомойка, новые стенды, дополнительная топливная колонка. Ага, дополнительная топливная колонка. Дополнительная топливная колонка, да, говоришь? За 750 есть. Так, а ну. Хорошо, да-да-да, я знаю. Будем стараться параллельно это все делать. Так, улучшение. Что не так?
Так, еще больше декораций, улучшенные сооружения, новые стенды, колонка, туалет для посетителей, парковочное место дополнительное. Хорошо, значит, просто так не получится, да, сделать. Но в любом случае, баблосики мы уже с вами взяли. В любом случае, баблосики мы с вами взяли. Во-во, все. Еще два человека. Ну? Надо было Shift нажимать, а я нажимаю Ctrl. Блин, я реально думал, в этой серии получится улучшить это все сделать. Ладно. Сейчас постараемся. Во, на две колонки проще будет. Будем быстрее с вами бабки зарабатывать. Сейчас, шериф, одну секунду. Вы видите, на нас тут пришельцы напали. Так, неплохо. Дай мне сюда. Боже, она мусорили, она гадили. Фу, такими быть. Так, сейчас, секунду. Секунду. Так, задание выполнено. Хорошо. Так, отвечайте на звонок дяди. Бегу. Так. Как прошел час пик, племяш? Надеюсь, тебя не затоптали. Так, нет. Угу, я слышал, как рабочие говорили, что между пассажирскими автобусами и Эрмидоном разница невелика. Итак, если ты чувствуешь себя перегруженным работой, как насчет того, чтобы вложить деньги в помощь? Поверь мне, это совершенно другой опыт. Быть главным, попробуй, посмотри, как это все... быть боссом собственного заведения. Это типа я могу сейчас себе сотрудников нанять. Во. Шикарно. Так, погоди. Стойте, ребятки, я нанял сотрудников, по-моему, да? 1500. Погоди, а где они у меня живут? Where are you? Где ты, мой новый сотрудник? Так, нанять. Угу. Во, давай тебя наймем. Задание выполнено, наняли. Хорошо. Сейчас, ребят, две секундочки, погодите. Это я покупателям. Я понимаю, что они меня не слышат. Но нужно будет ее сейчас на заправку сюда отправить. Так, отлично. Где наши сотрудники? Сотрудники. Так, основная работа. Основная работа у тебя будет заправлять автомобили. Вторичная работа будет, так, ремонтировать автомобили, сделать, работать кассиром. Ага, убираться на заправке. Вот, убираться на заправке. Зарплата 7 баксов в час. 6 в день она будет работать у нас. Так. Что это такое? Оплатить автоматически. Будем оплачивать автоматически, да? Ага, давай проверим, будет ли она работать. Во, я хоть разгружу себя немножко, да? Я слышу, что она где-то метет. Даже хочу посмотреть на это. Ага, вот ты где. Вот ты.
Маешь ты, зайка, ля, ребят. Я чувствую себя боссом. А ну, ты заправлять не хочешь пойти тачку? Блин, я не успел посмотреть. Ладно, сейчас по-быстрому отпустим тебя. Все, пошли посмотрим. Да, она заправляет машину, ля. Ну, неплохо. Все, пора заказывать к нам, наверное, доставку топлива. Топливо заказали мы. Давай теперь посмотрим с тобой, что мы посмотрим. Нет, функции, прочее. Парковку купить. Туалет мы не можем купить. Давай парковку купим за пятихаточку дополнительную. Во, все. И теперь, по идее, мы можем с тобой улучшить, да? Дополнительные квесты пройти. Склад я могу улучшить за 250? Да, могу. Угу. Давай склад улучшим тогда. И давай посмотрим, что мы можем еще улучшить. Мастерская 750. Ага, мне баблосиков не хватает. Слышь, детка, а ну-ка. С 8 до 8, да, твой рабочий день, говоришь? Ага. Премия еще у нее. Хорошо, а где ты у нас живешь? Ты можешь показать? Где ты у нас живешь? В каких домиках, в каких фургонах ты живешь у меня тут? Где ты отдыхаешь? Так, это кто? Какая-то карточка. Так, ладно, давай. А может мы наймем... Мы можем начать нанять еще одного, чтобы он работал в мастерской? Давай посмотрим. Сотрудник. Нанять. Фургоны. Купить. Вам нужно обновить свою станцию. Ага, я могу только один фургончик, да, себе купить? У-тю-тю-тю-тю-тю-тю. А я могу тебя нанять или нет, чтобы ты работал в мастерской? Нет места для новых сотрудников. Приобретите. Я понял. Так, мне интересно, она мусор будет убирать за собой или нет? Либо не будет. Не, ну ребята, с этими сотрудниками уже полегче будет нам. Сейчас нужно будет нанять еще одного человека, и будет вообще шикарно. Слышь, зайка, ты не хочешь мусор за собой выбрасывать? Не хочешь, да? Ну да, ты же у меня до 8 работаешь, с 8 до 8. Так, сейчас, секунду, я альтабнусь, и, возможно, звук игры пропадет. Так, все, нормально. Еще раз, секунду. Да, все, отлично. Ну что ты там дудишь? Что ты там дудишь? Так, что у нас тут чистенько? Да, чистенько. Мне нужно 750 бочинских, чтобы улучшить. Что я хотел улучшить? Вот, мастерская за 750, отлично. Достижение разблокировано. Шикарно. И все, теперь мы можем, да, улучшать тебя. Автомойка. Автомойка. А где мне автомойку? А где у нас автомойка должна быть? Прочее. Ну все, парковка, туалет. Заправка. Привет. Так, пусть ваш сотрудник работает в течение 8 часов. Да, я в принципе еще не против. Пусть хоть круглосуточно работает. Только проблемка, знаете, в чем? Мне-то бабосики скоро возвращать, 2500. А где мне их? Где мне их взять? Так... Все, заплатили, да? Меньше теперь должны. У нас теперь по нулям. Хорошо. Блин, а может пусть она не убирается здесь, а... Ходит в этот, как его, она все равно плохо убирается. Ходит, ремонтирует тачки, либо она не успеет.
Я думаю, она не успеет, да? А что она там зависла? Я реально плачу тебе огромные баболетики. Баболесики наши. Так что прошу тебя работать. Прям в поте лица. Хорошо, давай посмотрим, что у нас здесь. Что тебе надо? Два колеса и зеркало. Хорошо, зеркало у нас есть. Надо будет, наверное, сейчас станцию эту закрыть одну. Потому что денег реально нету на это все. Нужно будет через компьютер закрыть станцию ремонтную, а потом уже открыть. И пока месть зарабатывать на этом, как его, на заправке. А потом уже, когда сможем нанять себе еще одного человека, отправим его сюда. Блин, главное, чтобы сейчас дядя не приехал и не дал нам нос за то, что мы должны ему бабки. Должны мы ему много. И время идет быстро, причем. Причем очень быстро идет. Так, дай мне вторую покрышку. Блин, может их куда-то в переработку надо сдавать, я не знаю. Так, я таки извиняюсь, но на всех разорваться не могу. Я реально что тут смену отпахал за этим кассовым аппаратом. Все, отлично, 60 баксов. Ага, все, 8 вечера, она пошла отдыхать. Ночью мы работаем. Ночью работаем мы с вами. А только где ее... Этот трейлер? Так, у нас есть два письма. Хорошо. Хорошо, хорошо. А мне нету таких денег. Ладно, подождем 20 минут, посмотрим, что будет. Может, реально за 20 минут душку сделаем. Хотя что-то я сомневаюсь. Да-да-да, отличного вам дня. Так, шериф. Доброй ночи. Ага, у меня 80 литров бензина. Надо еще заказать. Так, хорошо. Реально нужно еще бензина заказать. Так, доставка. Доставка. Топлива. На 500 не хватает. Давай на 250 хотя бы. Интересно, можно ли будет нанять их во вторую смену? Сори. Так, а можно ли тебя... Ага, и в ночь тоже можно нанимать. Понял, нужно будет одного сотрудника нанять в день, одного в ночь, чтобы он работал. Только для этого мне нужно будет улучшить с вами вот штуку эту. Только каким образом? Какие мне пройти испытания? Ладно. Поживем, посмотрим. Так, ну в ночь тоже надо будет нанять кого-то. И отправить кого-то в мастерскую. Так, это то, что мне нужно. Хорошо. Так, у нас 50 литров осталось. Это маловастенько. Где бензин наш? Крицы, таки извиняюсь, но мне бензин нужен. Блин, 17 минут осталось, чтобы долг вернуть. Не, походу не успеваем. Шикарно, шикарно, шикарно. Давай. Давай посмотрим тогда, ладно. Давай доработаем уже тут смену. У меня тут 4 покрышки осталось. 2 нужно. Хорошо. Но.
Здорово. Чё ты как сонная муха? Давай быстрее немножечко. Давай. У меня клиент в гараже. Всё хорошо, поехали. Так, какое вот это вот? Да, надо будет как раз 4 человека. Один будет заправлять, получается, машины и убираться. Блин, а может вместо уборки можно уборку нанять кого-то другого? Как думаете? Пусть она на кассе еще стоит параллельно. Либо мы пока на кассе поработаем. Так, 100 бочинских, хорошо. 400 уже с вами есть, это отлично. Блин, ну до 8 утра нам долго еще, конечно. Так, не туда зашел. Так, бонжур. Донде стала библиотека? Так, что у нас тут есть что-нибудь? Нет, нету. Надо будет позаказывать, попродавать все. И позаказывать потом. Так, а здесь... Да, хорошо. Сейчас, ребят, погодите, я заправлю тачку. Так, это то, что я хотела. Это ж классно. Хорошо, когда хорошо, правильно? Так, ну могли бы выкинуть бы. Ну, ё-моё, видите себе как... Как хрюши, ребят. Ну это ж не серьезно. Нужно ж уважать чужой труд, правильно? Блин, если бы не музыка, я, наверное, с ума сошел бы выполнять вот такую вот монотонную работу. Надеюсь, она все-таки без авторских прав. Потому что будет обидно реально столько записывать, и она не выйдет, эта игра. Все, отлично. Что тут, больше никого нету? Мастерская, тоже никого нету, хорошо. А что у нас там на складе поменялось? Давайте посмотрим. Мы вроде склад с вами улучшили. Ага, больше стал, да. Стал гораздо больше, это прикольно. Так, клиенту заправки, хорошо. Так, отлично. Сколько бензина опять надо будет заказать сейчас? Хотя бы баксиков на 100. И нужно будет расширять заправку и заказывать уже не по 20 литров, а побольше. Так, услуги. Мусор давай вывезем. И давай доставку мне топлива еще на соточку. Еще на соточку нам топливо. Отлично. Так, 4 утра. Еще 4 часа есть. И к нам придет наш помощник. Все, шикарно. Давай. О, здорово. Как она? Давно тебя не видели. А ты все за винишком, да, бегаешь ко мне? А пачпорт есть, а? Есть пачпорт, чтобы покупать алкоголь. Юная леди, а у вас есть пачпорт с собой? А если нет, то пошлите вам барбарисок, насыплю. Подсобку. Ладно. Будем немножечко посерьезнее. Во-во-во, да-да-да. Ля, прям парит, да? Не идет, а парит. Так.
Я вообще шикарный парень, я знаю. Так, ага, из-за мусоровоза мы не можем заправиться, понял. Ладно. А у меня два колеса осталось, если у него четыре будет, то это будет печалька. То мы не сможем с вами это сделать. Угу, а у него три, а у меня два колеса всего. Ладно, доставка шины. Корзину. Штучек 8. Отлично, тогда вам... Дома придется подождать немножко, пока мисс я разберусь с этим всем. Давай. Так, шикарно, сейчас, секунду. Да не дуди ты. Все, не дуди, ребят. Так, давай быстро разбираем, ждем доставку. И потом уже закончим. Так, что тебе еще надо? Все, только колесо, да, одно? Хорошо. Окей. Доставка вроде едет. Давай тогда мы с тобой сделаем вот так. Так, через часик должна прийти наша помощница будет. И через 10 минут мы должны будем отдать с вами 2 косаря. А у меня нету этих 2 косарей. Так, шикарно. Так оно, малыха, подвинься немножко. Шикарно, даже чаевые ставили, прикинь. Тут, я понимаю, 4 баксика. Вот это хорошо. Бабулосики, бабосики. Так, заправка. Это заправка, конечно, я понимаю все. Но мне нужно на склад сбегать, разгрузить. Так, не мусори. Все. Слышь, а дай пройду, пожалуйста. Да я слышу. Могли пусть зайти и сами разгрузить. Я вас постоянный клиент. Я вас заказываю вечно на миллиарды долларов. Не можете меня разгрузить здесь? Все. И мне где-то еще должен быть один. Или это он и есть? Я не помню, я заказывал еще заказ это, за доставку на что-то, либо нет. Так, 200 баксов. Окей, где-то еще колесо, вот и колесо. Они только чувствуют, что они грызут его. Ну ля, ну что это такое? Так, убирается, хорошо, наша... Наша зайка вышла на работу, отлично. Значит, можно, в принципе, пока миссия не париться, что тут будет что-то не так. Блин, а может ее нанять на кассу? Как думаешь? Давай, наверное... Заправка... Работа кассиром. Вот, пусть работает кассиром. Пусть отпускает людей, а я на заправке и сам тут поубираюсь, если честно. Потому что с нее такой уборщик, как... С меня балерина. Так, мужчина, уберите ножку, пожалуйста. Все? А, не все. Сейчас она заправит и, по идее, должна пойти будет на кассу. Все, давай смотреть. Опа, побежала, ля какая. Ну все, нормально, работает. Баблосики-то капают, да? 124 литра у нас осталось, хорошо.
Ну, в принципе, я тогда могу заняться ремонтами машин. Так, платите своему работнику за труд. Сотрудник. Задание выполнено, все. Так, заправить автомобиль 46, обслужить клиента в магазине сотка, починить авто 10, получить чаевые 40. Интересно, а зайка получает чаевые, либо нет? Будем называть тебя зайкой, да, зайка? Ты ж получаешь чаевые, ладно. А ну давай. Давай попробуем. Воу. Найс. You got them right. Так, ой. А тут мы явно и чаевые с вами не получим. Ну все, все, ну не расстраивайся, ну не ставь ты мне дизлайк. Ребят, поставьте лайк, пожалуйста. Я реально устал, я 15 дней работаю без выходных. 15 дней. Все, до побачення. Блин, чаевые. А чаевые, наверное, я получу только когда буду тачки заправлять, да? Ну да, ночью тогда и получим. Ладно, пойдем посмотрим, кто у нас тут на ремонт есть. Да, есть. Здравствуйте. Что вас беспокоит? Что у вас болит? Ага, у вас болит зеркальце, да? И этот, как и покрышка. Хорошо, сейчас мы починим все. Шикарно, берем покрышку. Отлично. Надеюсь, что когда мы выполним с вами все эти задания, мы реально сможем нанять с собой еще одного человека. Только опять же, мне надо 2 косаря отдать. Так, это то, что я хотела. Отлично. Давай выбросим. Давай выбросим. Так. И посмотрим услуги. Оплатить 700. Не, давай хотя бы 54. Все, время увеличилось. Нет, время не увеличилось. Угу. Бывает. О, чаевые получили, хорошо. Блин, походу сейчас приедет дядя и будет нам по носику давать тапочкам и в угол ставить. Из-за того, что мы долг ему не вернем. Ну, я никак это не сделаю. Мне реально топливо нужно. На пятихаточку закажем сразу. Закажем сразу на пятихаточку. Так, а давай, наверное, мы все-таки закроем. Закроем автомастерскую. Вот так вот. Она нам пока мест не нужна. Согласны? Реально, пока мест она нам тут не нужна. Все-все-все. Уезжай, пожалуйста, мы закрыты. Ага, ты не уедешь, да? Ладно, давай мы сейчас разберемся, что тут нужно. А мы не можем разобраться, потому что да-да-да, все, уезжаем, мы закрытые. Все, и не сигналь мне. Так, что у нас тут на полочках? Блин, а с сотрудниками все как-то быстрее идет, да? Нужно будет заказать потом. Пивчанское вообще у нас не берут. Так, 300 баксов. 2 минуты осталось. Интересно. Что нам дядя сделает за это? Давай немножко поможем. Разгрузить, так сказать. Да плюс нам... Плюс нам чаевые нужны. Все-все-все хорошо. Так бежала, чуть не упала, да? Ля, а что это у него? Что это у него на... На булочках. Это усики такие. Или это кармашки? Теперь понятно, какие усики и какой пропуск куда, да?
Так, так, тихо, погоди. Бензин, 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 бензин. Не дуди. Все, отлично. Что по поводу уборки? Уборка пока не нужна. Так, хорошо. На 400 баксов-то есть у нас? $400 есть, это хорошо. Ага, осталась минутка. Давайте подождем, посмотрим, что у нас за минутку произойдет. Ой, ты меня чуть не задавил, падла. Давай, иди сюда, шериф. Have a nice day. Блин. Аж закашлялся. Говорит, я таки извиняюсь. Так, что у нас по поводу мусора? Отлично. Все, шикарно. Давай тогда постой на кассе, а я позаправляю. Можешь отправить ее не на кассу, а ремонтировать тачки. Но тоже у меня мало всего, мне заказывать это надо, а у меня денег нету. Реально нету денег, а вот 20 секунд осталось. Сейчас дядя будет звонить, да? Дядя нас в угол поставит. Так, хорошо. Можно чуточку быстрее. Не хочу вас, конечно, торопить никуда. Ой. Ой, а вот и дядя пришел за баблосиками выбивать. Ой. Ой. Так, минус 100к популярности. Картину забрали, вешалку и старые часы. Закрыть. Я таки извиняюсь. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А мне интересно, а мне долг исчез или нет? Да. Текущий долг 0. Ну неплохо, неплохо. Ладно, это-то мы перекрасим, это не проблема. Это, как говорится, не проблема, ребят. Здесь мы с вами это все перекрасим. Блин, так может... Реально еще взять 2 косаря? Как думаете? Прям в лицо. А, я опять в лицо. Интересно, а минус 100 популярность, это что такое было? Это куда смотреть? Так, надеюсь, на зарплату и есть денежка. Все, выдали ей денежку, хорошо. Иди, зайчик, давай, еще часик остался тебе поработать. Блин, нам надо будет нанять отдельную уборщицу, чтобы она работала круглосуточно. Реально нужно будет уборщицу нанять, чтобы круглосуточно выносила мусор. Просто я не знаю, будет ли она мусор выносить, вот это вот в чем проблемка. Так, еще полчасика, и она заканчивает смену. И надо будет сходить посмотреть, где она живет. Так, что по поводу бензина? У нас есть бензин? Сто шестьдесят литров, хорошо. 19:45. Что ты, устала? Как тебе нравится здесь работать? Нормально? Нормально. Ох, какие у тебя губища. Ой.
И таки испугал нашу зайку. Все, 20.05, она бегит домой, да? Ты же домой бегишь? Давайте проследим, где она живет. Передумала? Ты не подумай, я тебя не преследую, я просто хочу посмотреть, где ты живешь. А, вот вы трейлер. Моя ж ты курочка, ля. А что у тебя тут вкусного есть? Ничего? Понял, ладно, зайчик, давай отдыхай, а я пошел дальше трудиться. Чаевые сами себя не получат, правильно? Так, заправляемся. Блин, ну хоть успели бензина себе заказать. Да мне там часы эти не нравились, которые он у меня забрал, и картину тоже, в принципе, вместе с вешалкой. Вместе с вешалкой забрал, ну и пусть забирает. Зато теперь мы никому ничего не должны. Шикарно. Так, это сюда, это мы сюда. Это мы сюда. Блин, надо будет отключить этот гудок. Напомните мне, чтобы я выключил потом в настройках, чтобы они не сигналили. Потому что реально уже бесят. Потому что реально подбешивает. Вроде все нормально, но вот это вот би-би-би-би. Постоянное. Да. Ой, какие у вас усища, мужчина. Просто я балдю. Ой, да ты шо. Ля, прям парит, понимаешь? Вот у кого есть такие усища, они прям парят, они не идут. Так, ну, в принципе, мне нравится то, что у нас с вами происходит. У нас хотя бы уже есть работник, который будет работать вместо нас по утрам, а мы будем отдыхать, басичкать. Это шикарно. Так, а дай посмотреть по поводу улучшения. Дополнительное задание нужно, да, будет? Достаточно средств, правильно, шпаевая? Да, нужно дополнительные квесты пройти. Я все вижу. Так. Доброй ночи. Полный бак. Чпуньк. Да-да-да, до побочения. Так, нам нужен бензинчик на соточку. А, недостаточно денег, 250 надо, понял. Блин, я, наверное, знаете, как сделаю? Может, еще баблосиков возьму, две штучки? И закажу себе продукции, полностью все забью. Как думаете? Или будем работать с тем, что есть? Как вы считаете? Просто если он приезжает и забирает у нас картину, можно будет за 12 баксов купить картину. Часы вот эти вот и... Пусть забирает. Хотя ладно. Ладно, сами заработаем. Вильна касса. Во. Так, хорошо, хорошо. Три пачки, да, сразу берешь, понял. Вот это я понимаю, вот это нормально. Так, давай тебя и вот тебя сюда. Все, неплохо. Здравствуйте, мужчина. Бензина мало, надо заказывать. Так, на 250 нужно заказать. Хорошо, 112 баксов осталось, как раз на зарплату нашей с вами зайки. Так, что там? Угу. 11 чаевых починить. А, мне еще авто надо починить. Блин, падла.
Ладно, ладно. Открываем мастерскую. Мне нужно еще авто починить будет. 9 штучек. Так, дайте сюда. Хорошо, чаевые получили. Колеса есть. Шприцы есть. Ага, зеркала, да? Наверное, зеркала сейчас закажем. И закажем еще покрышек немножко. Так, где наша доставка? Вот наша доставка. Мне нужны покрышки. Штучек вот так 5. И нужны зеркала. Чего? Недостаточно? Чего недостаточно? Недостаточно средств. Хорошо, ну хотя бы вот так. Слышь, я все видел. Шкура, ты на пол бросила. Иди сюда, падла. Иди-ка ты сюда. Мусорят здесь, натаптывает, понимаешь? Иди здесь, убирай постоянно за ними. Бесите меня. Так, а вот и бензин приехал. Хорошо. Наняли сотрудницу, и у нас теперь бензин реально быстро уходит. Я не успеваю за ним следить. Да не сигналь ты. Так, отлично. Найс. Как вам мой английский? Так, ребят, я предлагаю, наверное, на этом, в принципе, серию закончить. Сейчас мы заправим машину и пойдем с вами отдыхать. А уже в следующей серии постараемся выполнить все задания, отремонтировать вот эти все машины. 9 штучек. И плюс клиента в магазине нужно будет обслужить 100 штук. Но реально это много. Не знаю, посмотрим, может я... Без записи это все сделаю. 100 штучек обслужим мы. А потом продолжим, когда сможем улучшить с вами нашу заправку. Потому что реально, наверное, это долго будет. Так, заезжай. Заезжай, заезжай. Хорошо. Реально нужно будет еды заказать еще на утро. А у меня 100 баксов. Что я там закажу? Там одни чипсики стоят 15 баксов, по-моему, штучка. Блин, вторую дверь не все. Не могу никак закрыть вторую дверь сразу же, первого раза. Что за бред? Во, вторая закрыта. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Отлично. Блин, может я реально сам на кассе постою, а ее отправить на этот? На ремонт тачек. Так, доставка, чтобы мне закуски, да? Сколько у меня налички с собой? 150 баксов. 150 баксов, да, говоришь? Так, 20. И вот так вот. Хорошо. Да, я вас слушаю, мужчина. Чего вы так на меня так сердито смотрите? Вы никогда не зашивались на работе? А, еще не все. Хорошо, 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 не дуди. Реально, сейчас закончу запись, и надо будет выключить это. Эту штуку, чтобы они не сигналили мне. Ш,
Шикарно, сколько ты должен? $1,000,000. Хочу $1,000,000. Так, дверь, колесо и... Что еще? Это что такое? Что ты от меня хочешь? Без понятия. Так, ладно. Начнем с колеса. Начнем с колеса, потом разберемся. Потом разберемся. Нашли тут ремонтника двигателей. Хорошо. Стекло или дверь поцарапана у тебя? Что ты от меня хочешь? Наверное, вот эта вот штука, да? Да. Замажем сейчас царапинки с вами. Все, шикарно. Стекло еще, походу. Интересно, где они их разбивают? Вот это вот что-то он от меня хочет. Вот это вот, почему оно не работает? Что от меня хотят? Так, Т, подсказка. Плохо? Почему плохо? Я не знаю, что ты от меня хотел. Парниша, ну извини. Я реально не знаю, что, почему оно не срабатывало. Ага, автобус, автобус. Начинается кипиш, да? Во. Давай сейчас попробуем разгрузить нашу подругу. Попробуем ее чуть разгрузить, пусть она в магазине работает. А мы с вами... А где наша? Где наша зайка? Уже 8 утра. Супер, пупер. А, ты заправляйся, понял. Хорошо, заправляйся. А мы тебе немножко поможем. Воу. Ля, баблосики. Рукой, это как и ручьем текут. Все, понял, ты тут сама, да, зайчик, справись. А намусорили. Ага, мне за этим доставка пришла. Хорошо, да я слышу. Я не просто не успеваю за всеми вами. Реально не успеваю. Давай. Давай быстрее. Все? Нет, еще не все. Еще не все, хорошо. Все, до побачення. Выходи, выходи, выходи. Все, отлично. Пошли посмотрим. Справляешься? Да, справляешься. Так что я заправлю, ты не переживай. Стой на кассе, работай. Как раз сейчас надо будет проверить, сколько у меня бензина. Ага, у меня бензина 80, нужно заказывать. Отлично. Так, не отвлекаю, не отвлекаю. Мне нужно доставку топлива. Нужно вот так, на 480 бочинских. Тут ничего не можем положить. Ага, разместить все. Разместить все. Отлично.
Так, где-то я тут бутылку пустую видел, вот она. Хорошо, и нужно будет заказать сейчас вывоз мусора. Так, дай сюда, пожалуйста. Отлично. У вас тут грязненько, да, я смотрю. Так, сейчас я заправлю, не переживайте. Ага, занято другими, да, сотрудниками, понял. Тогда давай продолжим. Супер-пупер. Интересно, а вы инопланетяне обслужили или нет? Либо не обслужили. Have a nice day. Да я слышу. А чё вы дудите? Он все равно не дошел сюда. Что вы от меня хотите? Вы же сами видите, что он сюда не дошел. Дудят на меня еще. Так, ладно, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам игрушка нравится. Мне реально она прикалывает. Сейчас я выключу гудок вот этот вот. Он тут не нужен. И уже в следующей серии посмотрим. Либо реально я накоплю баблосики и выполню эти все задания. И тогда мы с вами уже откроем что-то новенькое. Либо продолжим в следующей серии уже работать так, как мы работаем. Так что все, всем мур-мур, всем пока-пока. Давай, зайчик, говорю, всем пока-пока. Все, пока-пока. До потом, ребят, услышимся.